Мы считаем, что то, что нас в ближайшем будущем ждет, это кошмар-кошмар, просто потому, что мы отвыкли от кошмаров. Мы почти 70 с лишним лет живем без больших войн. Больших войн, которые в человеческой цивилизации случались регулярно, мы живем без них, слава ядерному оружию. И мы просто забыли, как это бывает.